Нам повод петь дает природа. Сквозь всех чумных событий дней в душе российского народа горят волшебные огни. Горят весомо, зримо, грубо, на суше, в небе и в воде. Горит душа, пылают трубы, ум, честь и совесть — это де. Рождение новых демократий или именины Ильича, кто в телогрейке, кто в халате, что начать или что начать, поднимем длани усталой, содвинем разом стаканы с кристальнейшей от кристалла, главнейшей жидкостью страны. На массе или в подводной лодке, повсюду, где дела идут, полусухой спирт или водка — вот жизни главные атрибуты. Я не знаю, как другое, прекрасный пол или вид в окне, из творческого путь застоя лежит проверено, в вине. Да, есть проблемы молодежи, дрожание рук и красный нос, но жизнь без трудностей не может, коль что-то делаешь всерьез. Души прекрасные порывы, чтобы вновь от жизни посвятить, прими потом стаканчик пива, и будешь снова с песней жить. И мозги юношество вправит, и старость меру оживит, и уважать себя заставит, как класс, как нацию, как вид, поднимет воинов в атаку, сведет на подвиг трудовой, и всех врагов засунет в ухо, их обложивший трын травой, ну, сплотит планеты и народы, и падших милостью обдаст, и настоящую свободу дрожащим тварям передаст, сам ты передаст. Так вот, маншеры все и тетки, товарищи и господа, мы монумент воздвигнем в Волте. Кладите деньги вот сюда.